Америка, 1934 год. Рыба плывет по небу. Это нормально в этой игре. Тут вообще много темы моря, потому что там чувак в скафандре был, тут рыба какая-то в море, так что все нормально. И там Фелиция. Она уже седает. Добрый день, меня зовут Фелиция. В этой я спросила о надежном частном детективе, и мне порекомендовали вас. Пожалуйста, расскажите все с самого начала. Я ищу одного человека. Несколько лет назад он таинственно исчез. В Америке. Где эта музыка, типа, в Америке, такая. Вы обращались в полицию. Это их работа искать пропавших без вести. Да и на той пропавшей без вести, что их не могут найти. Они без вести пропали, и все. Из-за недостатка информации полиция считает, что, возможно, он никогда и не появлялся в Америке. Часики. У меня есть фотографии и его часы, которые он оставил дома, но они больше не ходят. Прежде чем вы продолжите свою историю, я хотела бы предложить что-нибудь выпить. А вам нравится Дегер? Я не знаю, как это произносится. Очень хороший выбор. Дегер. Очень хороший выбор. Это была минутка рекламы. Хорошо, я беру за это дело, но мне потребуется аванс на текущие расходы. Да, конечно, и, пожалуйста, держите меня в курсе развития событий. Ха! Ух ты, какой! Это нечестная схватка, потому что у меня меч... Здорово. У меня меч, а у него писик. Опа. О, да, вот будешь ты. О. Fight. Вот щит с пистолетом, это очень сочетаем. Тут... You lost. Вот так-то. Хитрость побеждает над технологиями. Проклятие, я потратил весь аванс на эти игровые автоматы. Ну, печально. Замзы, у тебя проблемы. Инспектор хочет тебя видеть. Ну а чё, пусть придет и увидит, что такого-то. В чем дело, инспектор? Замза, что ты знаешь про убийство женщины по имени Фелиция? Ее тело нашли сегодня утром в этом отеле. Пока у нас нет зацепок, но портье сказал, что вчера она интересовалась, как тебя найти. Она приходила к тебе? Мне ничего не известно. Замза, ты испытываешь мое терпение. Имей в виду, у меня пока недостаточно оснований тебя задержать. Но я буду пристально за тобой наблюдать. А сейчас проваливай. Ну, проваливай. Позже вечером. Кто там? А, это ты через окно решил пробраться. Ты к себе больше внимания привлекаешь так. Похоже, я вляпался в скверную историю. Придется разобраться с этим делом, пока полиция не обвинила во всем меня. К счастью, эти ленивые ищейки не видят дальше своего носа. Поэтому здесь должны остаться какие-нибудь улики. Кровь. Достаточная улика для тебя? И вот это вот то, что человечек, который на световой так не светится. Ну, усики у него такие классные, вообще. Число пи. 3,14, если никто не знал. Ну, 3,14. Давайте наберем. 1, 2, 3. 1. 4 надо. 1, 2, 3, 4. О! Ресторант. Ресторан какой-то. Стоит посетить этот ресторан в китайском квартале. Чё за китайский квартал?
Опять играем в монополию. Тут масти, карты, фишки. Тут все игры совместили вместе. Этот город словно грязное казино, в котором всегда проигрываешь. И должен избавиться от преграды, потому что в ресторан ведет только одна дорога. Ну давай гоу. Гоу-гоу. Танец такой. Чё? А, ну все понятно. А, теперь Кристи. Опять Кристи. Или трёфы, как их любят называть. Пики. Опять Кристи. Черви. Ой, опять черви. Опять не надо пики. Это чё? Черви. Черви. Теперь пики. И должны быть черви. Конечно. Только то, где тут Буби, мне интересно. Ну ладно. Почему тут только три масти? Какой-то скудный ресторан, только одно место и какой-то приватный комнаты, не знаю. Чем могу быть полезен, сэр? Приберегите любезности для других, а мне нужна информация. Чутье подсказывает, что вы знаете, о чем я говорю. Для начала позвольте предложить вам наше фирменное блюдо, сэр. Че это, журавли? Есть японская история про девочку, которая вот болела лучевой болезнью, и вот там что-то собрать сколько-то журавлик, сделать сколько-то журавликов, и она вылечится. Но она не вылечилась. Я, кстати, много журавликов раньше, я умела их делать, там делаю. Лиса. Что это такое? Носорог. Бабочка? Бабочка. Рыбка. Я, кстати, рыбы. Тут везде тема моря. Ключ? Нет. Не ключ. Носорог. Бабочка. Рыбка. Цветочек? Да, цветочек. А, американский музей антиквариата, новый большой эксхибишн. Сун. Чё сун? Куда сун? Что это еще за рекламная брошюра? Тут какие-то буквы, блин, на сайте. Вам определенно стоит посетить данную выставку, сэр. И в первую очередь обратите внимание на главный экспонат. Не знаю, что за игру вы затеяли, но если все это окажется обманом, то я вернусь. И вам это не понравится. Вот это, по-моему. Мелиус, Мон Инсибент, Куам Дизидент. Теперь перевод мне, пожалуйста. Американский музей антиквариата. Ничего. Кстати, я люблю такие окна, такие узкие, длинные, как готических замков всяких. У меня нет времени ждать открытия музея, чтобы взглянуть на экспонат, который они тут выставляют. О, эта буква выделяется. Конечно, open. Да я знаю, что это открыто. Ничего. Дверь. Вот это да. Посмотрим, что за секрет скрывает эти ворота. Это, кстати, очень странно, потому что вот тут вот эти вот штуки идут, и как бы там дверь по-любому не может так стоять. Типа, как же здесь темно? Да я заметила. Вот это да. Проходите, я уже давно жду вас. Прохожу. Женщина по имени Фелиция наняла меня, чтобы найти вас. Вчера ее нашли мертвую в номере отеля. Поэтому у меня только один вопрос. Какого черта здесь происходит? Фелицию никто не убивал. Не думаю, что это возможно, ведь она никогда не существовала. Тогда откуда у меня ваши часы?
Давайте-ка я взгляну. Я понимаю, надо расставить как бы 12. Короче, правильно, надо расставить. Тут сколько-то времени показывают. 2:11. Блин, вот это вот. Чё неправильно? А, 9:03. Все правильно. Или неправильно? Правильно. Очень не так. Все. Наконец-то. Теперь все в порядке, пора заканчивать этот кошмар. Но это реальность или только фантазия? Конечно, фантазия, чувак. Чего ты тут перед... Вот этот поворот. Откройте глаза. Доктор, что это было? Гипноз? Теперь все будет хорошо. Кошмары вас больше не побеспокоят. Спасибо, доктор, вы не представляете, как я вам благодарна. До свидания. Зашагала такая вся мадама. Конец. Это еще не все. Еее! Классная музыка. Можете пока почитать, что происходит, а я просто послушаю музыку, потому что она классная. Мау. В память о Кассандре Васильевне, 1902-2016. Это кошечка. Да блин. Все так правильно было. Девять. Один. Сейчас все будет. Это ноль. Ноль. Так. Сюда. 906. Так кто? 7 августа 1915 года астроном Григорий Ньюимин. Открыл астероид номер 916, названный Америка. Я понимаю, что мы были в Америке, но при чем тут это вообще? Нет. Франц Кафка. Собственно, на этом все. А это вот напоминает мне картину Рене Магрита, или как его там произносить. Тут только яблоко было. Я не помню, как называется эта картина, но она вот такая. Выглядит. Ну, может, это отсылка есть, я не в курсе. Ну, в общем, на этом все. Всем удачи и всем пока.